Основатель компании Toyota Тойода Сакити постоянно пользовался правилом пяти «почему». Например, тебе хочется шубу. Спрашиваешь себя, почему я хочу шубу? Это первое «почему». Отвечаешь, потому что я хочу всех удивить. Окей, второе «почему». Почему ты хочешь всех удивить? Ответ, потому что хочу, чтобы на меня обратили внимание. Третье «почему». Почему тебе нужно, чтобы на тебя обратили внимание? Ответ, потому что я чувствую себя неуверенно. Четвертое «почему». Почему ты чувствуешь себя неуверенно? Ответ, потому что я никак не могу реализоваться, так как я сижу на одном месте. Пятое «почему». Почему ты не можешь реализовать себя? Ответ, потому что я занимаюсь тем, что мне не нравится. И скажи теперь, при чем тут шуба? Тойода Сакити научил, что в ответе на пятое «почему» и кроется первопричина, которая, на первый взгляд, не просматривается. Пятое «потому что» выводит на свет то, что скрыто. Если угодно, последнее «потому что» и есть настоящий ты.